Несчастный случай произошел на золотоносном руднике Акбакай акционерного общества «Алтын-Алмаз» в Моинкумском районе Жамбылской области. В результате взрыва под землей погиб 43-летний машинист, управлявший погрузочно-доставочной машиной. Получив наряд на погрузку и разгрузку руды, спустился на подземный горизонт, находящийся на глубине 180 метров. В камере ремонта при подкачивании автошины произошел взрыв. Коллеги вызвали горно-спасательный взвод, специалисты извлекли тело погибшего на поверхность. Приказом управления охраны труда акимата Жамбылской области была создана специальная комиссия для расследования несчастного случая. Срок расследования составлять будет 10 дней. Вот. По истечении этого времени будут представлены материалы, в которых будет отражено полностью все обстоятельства и причины произошедшего несчастного случая.